привет! Вы на канале Простая кухня для вас. Сегодня я вам покажу рецепт очень вкусных шоколадных вафель. Для приготовления мне понадобится молочный шоколад, масло сливочное, сахар, яйца, мука, молоко, какао, разрыхлитель и щепотка соли. Растопила шоколад и масло. Вливаю молоко. Добавляю сахар, щепотку соли. Яйца. Какао и хорошо все перемешиваю. Теперь добавляю муку, разрыхлитель. И еще раз хорошо все перемешаю. Разогреваю вафельницу. Вафельница нагрелась. Выкладываю тесто. Прошло 5,5 минут. Вафли готовы. Аккуратно достаю их. Вафли готовы. Приятного аппетита!